Когда мы говорим о финансовом состоятельности, это очень такой вопрос, на который многие не обращают должного внимания. Он думает, что у него должно быть огромный дом, дорогая машина, несколько жен, и после этого у него должны быть запасные деньги. Нет, это не так. Он должен, то есть ему допускается иметь дом, который ему необходим. Если одна молодая семья живет в огромном доме, в котором нет ему нужды, необходимости, он обязан его продавать. Продавать этот дом, купить себе дом, который для него подходящий, например, двухкомнатную квартиру купить, дом продать, а за остальные деньги совершить хадж. Вот это мы думаем, что если у нас есть огромный дом, мы не должны его продавать. Если он для нас лишний, если это небольшая семья, и там много комнат, много большой, ну, огромный дом, в котором ему нет необходимости, он должен ее продавать и за вот это полученные деньги купить себе квартиру, достойную его, и поехать в хадж. Если у него дорогая машина, если он его продаст, купит более дешевую, и вот эта разница ему достаточно для совершения хаджа, он должен ее продать.